Три города Мурманской области стали победителями всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. Его итоги объявлены в Тюмени. Победителями в этом году стали три проекта по созданию общественных пространств в муниципальных образованиях Мурманской области – Заполярном, Кандалакше и Оленегорске. В Кандалакше сделают набережную, в Оленегорске благоустроят сквер космонавтики, а в Заполярном появится тропа здоровья. Мы видим, что проект приносит, во-первых, большой объем субсидий с федерального бюджета. В этом году федеральная субсидия составила 185 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году это было 115 миллионов, в позапрошлом это было вообще 75 миллионов рублей. То есть мы с каждым годом повышаем и уровень проектов, и повышаем качество проектов.